Привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать, как я делала лайтбокс. Когда я жила в Красноярске, у меня возникла необходимость сделать вот этот вот лайтбокс, грубо говоря, световую коробку для фотографирования неких предметов. И совсем недавно у меня тут возникла точно такая же потребность. Я захотела отфотографировать то, что я делаю, но сделать это красиво. А когда ты делаешь это в световом боксе, то фотографии прям классные прям получаются. На них хочется смотреть, они как-то как качественнее, что ли, получаются, интереснее. И я подумала, черт возьми, ведь я же могу сделать лайтбокс из подручных средств. И вот как раз сегодня я утащила с работы две коробки, большие такие, чтобы сегодня сделать вот этот самый лайтбокс. Ну, давайте посмотрим, как я его буду делать. Погнали! Ребята, очень осторожно пользуйтесь резаком. Он острый и можно случайно пораниться. Поэтому соблюдайте технику безопасности с резаком.